О, друзья, снова поехал я чтить память Юры Шатунова и отвозить любимому кумиру вот такой букет цветов, который вчера люди принесли на вечер памяти. Опять вокзал, опять поезда, и опять в это же время почти отправляюсь, как и в июне. Завтра рано приеду в Москву, 6 сентября, когда Юра Шатунов празднует свой юбилей, праздновал бы. Но это не поворачивается такого, так говорить. Друзья, снова Москва. Вот приехал на этом поезде, самый первый вагон. Идем сейчас в метро, чтобы поехать в Сокольники. Там будем ждать поклонников Юры Шатунова и поедем на Троекуровское кладбище. Ну вот, друзья, снова приехал я в Сокольники. Уже знакомая станция. Ну вот, последний путь наверх. И я оказываюсь на Сокольнической площади. Ну вот, тишина утром. Начинается только самая движуха, как у нас говорят. Сейчас люди в 7 часов пойдут на работу и будут слушать под гармошку песни Юры Шатунова. Пока вот здесь тишина. Вот. Уже знакомый храм. Ну вот, в общем. Поклонники дорогие мои Юры Шатунова, нашего любимого именинника. Я вас жду. Приходите пораньше. И в автобусе тоже предлагаю вам попеть песен под гармонь. Так, как это любил сам Юра. Под живую музыку, от души и для души. Я не знаю, что сказать тебе при встрече. Не могу найти, доброе утро, хотя бы пары слов. А не долгий вечер. Снова станет ночью темною весной. А не долгий вечер, а не долгий вечер. Ну вот, полтора часа попел, уже 8 утра. Вот девчата приехали в Барнаул, Луганск, Казань, много городов, в общем. А Владимир, вот, да. Вот, увидит. Калужска, наверное, тоже Киров, нет? Ой, а вы землячки мои, только с другого Кирова, это не Святского. Вот. Так что, друзья, вот жители Москвы, москвичи проходят, удивляются, что такого происходит. А сегодня память Юры Шатунова, друзья. Ну вот, друзья, приближается время, когда будут подъезжать автобусы. Поедем мы на кладбище, на открытие памятника, в гости к нашему любимому Юре. Вот девчонки и мальчишки, как говорится. Вот это все поклонники, друзья. Мужики! Вот ребята с Белоруссии, с Киргизии, регионы России, Дальний Восток, Казань, Татарстан, Киров, Луганск, да, Чебоксары, вот ребят, Москва, местные москвички прекрасные, и из теплых краев, отовсюду есть, да, вот видите, отовсюду приехали. А вы нам икры привезли из Астрахани? И красную рыбу. Вот. Мне надо было готовить лапти вятские, меха и молочную продукцию. Вот.
Вот это все поклонники, которые приехали, это самая малая часть. Вот они, замечательные. Мы уже сроднились с ними, потому что это наша общая утрата, это наше общее горе. Вот, Юрочка там вот смотрит, выглядывает. Вот, наш дорогой, любимый кумир, кумир на века, которого никогда не забудут и будут еще помнить не одно поколение. Потому что память не забывается, не продается и не покупается. Ура! Зашли на Троекуровское кладбище. Вот, довез это наши вот розы с Вятской земли. Вчера подрезал, чтоб совсем все не завяли. Водичку менял, так что маленечко смочил. Вот такое это, как говорится, нашу вазочку самодельную. Вот прекрасные девушки. Вот наш баннер, Вятка помнит, с которым я теперь везде. Что касается, вот даже листочек вот здесь такой вот. Прилип от цветочка. Вот, автобус нас привез сюда. Вот Бактыбек, исполнитель песен из Киргизии. Вот. А это замечательная корзинка от поклонников из города Находка Приморского края. Вот, друзья, вот столько людей, море людей, опять море белых роз. Вот. Такие тучи сгущаются. Дождь сегодня обещали. Вот известные здесь люди тоже схоронены. Опять погода как летняя, но опять собираются тучи, да. Похоже, Юра снова хочет нам дождем явиться. Как в моей песне новой поется. Вернись, Юра, проливным дождем. Но этот дождь приятен для нас будет. Мы даже вот без зонтика все. Потому что это наш родной человек. Наша легенда. Наша жизнь и наша молодость. И юность. Все, друзья, пробрались мы, слава Богу, к нашему любимому кумиру. Привет! Вот знакомые лица. Привет! Андрей! Здравствуйте! Вот, цветочки сейчас возложим. Мы Андрей и Флора. Ага. Здорово, где он? Да, он был вон там. Ага. Вот наш любимый кумир. Вернись нам, Юра, весенним первым громом, звездой на небе или теплым летним ливнем. Лучами солнца освети дороги и южным ветром пронесись над ними. Вот, в общем, друзья, конфликт нас выгнали отсюда. Хотя мы не совершаем никаких противоправных действий, поем минимум, вспоминая нашего кумира. В июне такого не было, но Бог судья, пойдем дальше. Вот, смотрите, поклонники отовсюду сегодня. Вот брянские девчонки, идут тоже вспомнить нашего кумира, с песнями которого они проводили разные встречи, молодость, юность, школьную скамью. Спасибо вам, дорогие, молодцы. Снова дует ветер перемен,
Забывая прошлого страницы. Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен, расправляю крылья и лечу. Наполняя легкие свободой проведенные в неволе годы, вспоминать отныне не хочу. Каждому свое, сверчку шесток, птахи неба, падшему прощенье, всякому предавшему забвенье, как ценнейший жизненный урок. Мне мое, того, кто по плечу, остальных я отпускаю с Богом. Знаю, что сведет меня дорога с тем, с кем рядом дальше полечу. Прочь от каждодневной суеты и невыполненных в суе обещаний. Прочь от всех болезненных прощаний и от давящей внезапно пустоты. Прочь от этих серых пыльных стен, от всего, что стало неуютным. Верю я, он будет мне попутным. Долгожданный ветер перемен. Каждому свое, сверчку шесту. А вот идем, чуть-чуть посидели, подождали, пока разойдутся. Большая толпа людей. Вернее, не по собственной воле мы ушли, потому что вот у нас, нас прямо отсюда даже в стороне выгнали. Милиция. Полиция, вернее. Хотя мы ничего не делали плохого. Вот. Вот там под минусовку вон танцуют, а под гармошку попели чуть-чуть. Это значит беда большая. Ну вот, сотрудники, не знаю, пока ничего не делают. Вообще, зачем запрещать поклонникам видаться со своим кумиром? Понятно, что большое количество, но ведь нельзя так вот поступать, как преступников выводить под руки. Вот в этом очень такая небольшая, даже не обида, а просто непонимание. А я не играю концерты. Я вас просто предупреждаю, что не надо здесь музыку там ставить, еще что-то. Ну мы чуть-чуть попели. Для телевидения. Хотите пить, куда-нибудь в сторонку за кладбище уходите. Здесь вот как-то кладбище. Мы же не на могиле, допустим, у Горячевского. Ну а что, это не могила. Здесь вот могила певца любимого. Здесь приходит почтить память. Ну, мы, у нас не концерт, я тут не привез аппаратуру. Я вас прошу отнестись к вниманию. Я понял. Здесь все-таки ну, не мы, сцена, не, вы не артист. Мы в полголоса попели, я артист. Хорошо, что вы попели. Я работаю, наверное, больше в культуре, чем вы в своей должности. Я очень рад. Ну, я с вами ругаться не собираюсь. Я с вами тоже не ругаюсь. Вы тоже молодец, вы свою работу выполняете. Я просто прошу вас отнестись с пониманием. Как преступника меня выводить, тоже не надо. Мы стояли вот там, вот в сторонке. Не говорите о том, что вы преступник. Я вас прошу отнестись с пониманием. Нет, мы сейчас поклонимся и пойдем дальше у нас концерт. Я вас попросил, не надо. Это я понял. Я надеюсь, вы меня услышали. Вот, друзья, приехали мы в байк-центр «Ночные волки». Там уже вовсю поет наш Юрочка Шатунов хиты.
Вот, ребята, так все необычно здесь. Так клево. Клево, да. Это будет вот мотопробег. Как? Красиво. Вот сколько мотиков. Начался первый снег, не думая о том, что он совсем не нужен мне. Я счастлив был дождем, ложась на желтую траву. Снег падал в темноте, покрыв осеннюю листву, но в дни не те. Сейчас под песни Юры Шатунова армия поклонников выдвинется по московским улицам. Любимый Юра Шатунов, вот как тебя любят страна, от Киргизии до Астрахани, от Владивостока до разных регионов России.